Обещали подгузники и пиломатериалы, а что на деле? Сотрудники Смоленской таможни пресекли ввоз санкционной продукции. 4 грузовика были остановлены в районе населенного пункта Красная Горка Смоленской области. Согласно документам, в кузовах машин были подгузники из Греции и пиломатериалы из Витебска. Но это не соответствовало действительности. При досмотре в кузовах машин были обнаружены груши неизвестного происхождения и яблоки из Молдовы. Общий вес задержанного груза составляет порядка 80 тонн. При этом в ходе детального осмотра партии груш на ящиках заметны следы удаления маркировки и этикетки. Проводится дополнительная проверка.